И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Roblox, режим у нас называется FNAF Sister Location, Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы с Димончиком будем начинать, веселиться и поднимать вам настроение. Димон, ну что ты скажешь, этот режим норм, красиво все сделано, да, оформление классно, пойдет? Да. А? Какой? Оформление четкое. Не, аниматроники тут круто, да, оформлено очень. Так, давай все по порядку, все смотрим. А ну, Димон, давай, все имена аниматроников сможешь назвать? А тут написано Молтон, Фредди, а, блин. Энард, Скрабэйби. Энард. Минирена, Электробэйб. Даже тяжело просчитать, не говоря уже их просто назвать. Бонни Хэнд Проб. Фантайм Бонни. Ой, надо вверх камеру поднять лучше. От Третик Фантайм Чика. Спринглок Сует. Циркус Бэйби. Систер Локейшн. Фантай Фокси, The Master Негатив. А вот Тейнтик Фанта. Ну пойдет, в принципе, и все. О, а тут еще, смотри, вон ушастый. О, еще тут сколько. И, ребята, только полсерии, поехали дальше. Так, ну вот тут еще один инарт, еще. Смотри, классные розовые трусы, типа, да? Шортики. Лолбит. Димон, даже мышу можно взять толстую. Я хочу мышкой. Димон, ты мышка, только фонарик больше, чем ты. О, а знаешь, что мыши любят? Попкорн. Ого, ничего себе. Ты в ведро должен залезть там и сидеть. Вот, ты меня, Димас, не видишь, да? Ты кровавый. У тебя, ну, ого. Опасная крыса с ножом. Смотри, Димас, как я бегаю быстро. У тебя анимации нет, ты просто ж как бы фигурка, текстурка. Но все равно нормально. Хвост длиннючий. Я понял. Я, короче, нажимаю reset. Давай. Ресетнусь, так сказать, а то нельзя убрать. Так, давай еще посмотрим, что мы тут не досмотрели. Так, что здесь еще есть? Ой, надо мне какие-то искорки. То вроде все. Нет, вон тут еще. Монет. Ушастый скелет. Фредди интересный. Ну и все. В принципе, мы всех осмотрели. Брать мы никого не будем с Димасом. А тут что, правила или что здесь? Ну давай посмотрим. Да, так, правила, так, наверное. Ого, здесь о-го правил. Не, Димас, я столько читать не буду. Ничего себе. А здесь что? О-о-о, так вот самая пиццерия. Это не пиццерия. Или пиццерия? Да это пиццерия. А что тут Лефти делает? Вот, это FNAF Sister Location, Димон, вон там от управления все. Так, мы можем туда попасть как-то? О, а можем, да, пройти вот так вот прям. Смотри, оп. Во, блин, крутецкая карта. О, смотри, аниматроники. Это дай кружится, Балора кружится, вот видишь? Блин, прикольно. Я кайфую от этой карты. Она мне нравится даже ту, которую мы раньше записывали. А что это за кусок говна? Что это за ежик? Ого, у него зубы точеные. Вот это какой-то он стрёмный. Зубы прям. Балора танцует, стоит себе. Я с ней хочу потанцевать. Колонки здоровые. О, Димон, иди сюда. Я рассыпал. Ты умер? Не, это я сам так. О, вот так вот, нормально? Да, ты можешь ездить так? О, по пойдет. По задницей. Пойдет, норм. Ну, давай дальше. Димон, смотри, что здесь. Туалеты. Ой. Всегда работает. Фонарик. И улыбается. Ну, улыбается. Туалет есть, туалетная бумага есть. Пацан уже поссал. Праздник. Фиолетовый челик нарисованный. Руки помыли, посушили. Ну да, и все, и пошли отсюда, пойдем. Так, что у нас тут? Во, игровой автомат. Это что за кабака? Какой игровой автомат? Какой игровой автомат? А, вот это? Ну да. О, неплохо, можно поиграть. Генератор. Даже какая-то музыка из него идет. Я не буду слушать, мне неинтересно. Слушай. Так, я пошел, Димас, дальше. Roblox нарисованный. Так, выходим. Знаете, это, ребят, подарки, походу, к Новому году. Там, Димон, еще локации есть, я потом покажу тебе. Новый год нам чится.
О, можно выключить свет. Ой, ребята, мы вам свет выключили, вы не против? Не, не выключается, Димон. А, я умер? Нет. Ты а что со мной-то? Дэнсишь. О, одет. Фух. Пойдем глюкануло. Дальше. Так, вот на эту сторону. А мы здесь были, наверное, да? Давай тут нет, походим. Нет, мы отсюда вышли, но... Вот здесь вот, заборы вот. Стоят, все разломано. Мне тут показывают палец. О, здесь мы не были. Дион, пошли по конвейеру. А по... ты не боишься? Не-не-не. Я тоже нет, поэтому иду первый. А, это запчасти ложат, они приезжают сюда и тут чинят. Ой, а чё, я лег? Вот еще тут двери, пошли, Дима. Чувак, просыпайся. Ты вверх ногами. Давай, Дима, вставай. Это йога, специальное упражнение. Эй, всё, встань. Ого. Карта здоровая и крутая, Димон, да? Еще и подвал есть, пошли. Фонарик, Димон, включай. Заходите, ребята, посмотрите тут. Мы, может, даже на запись не все вам сможем показать, может, это карта. А еще улица есть, там еще есть телепортация на улицу и в дом. Ого. Тут темно, жесть. Это мы какие-то... Это мы уже в подземелье, что ли, каком-то? Это Deepin Rock Galactic. Точно. Блин, это куда мы идем вообще? Идем. Это жопа. Это полная. Все, конец. Нет, там еще вперед можно идти. Иду. Вижу даже. Димон, а, что тупик. И куда? Куда это мы? Тупик. Вот говно. Возвращаемся? О. А, Димас, это карта. Мы просто под карту провалились. Мы не должны тут быть? Нет, не должны быть. Должны. Нет, смотри, вот карта. Это часть карты. Он там в комнатке. Должны. Все, нажимаем Reset Charter. Ладно, и... хорошо, давай. За карту. Говорил. Нажмем. Нам же не трудно. Так, о! Возрождаемся. Пошли со мной, возродился. Димон. Все, Димас, вот, погнали еще. Мэп-телепорт. Вот, давай сюда. И ой. Давай вот справа. Справа, да. Правильно. И... Ух ты. А ты что думал? Все... А, я дверь закрыта, нельзя заходить. Че, зашкерились все, что ли? Да, запрятались от нас. Ползаешь, Димас, молодец. Да, может там заборчик, где можно там зайти. Может можно. Вам газончик сделать хороший. Тут и так идеальный. А к чему эта локация? Она же как бы, зачем она? Я не знаю, как декорация, наверное. Чисто просто. Поржать? Ну да, грибы поискать. Так, не, а может как-то куда-то можно зайти. Вот, наверное, сюда можно. Нельзя. Нет, нельзя. Да никуда нельзя заходить. Возвращаемся сюда, все здания. Давай. Тут, короче, давай дальше пройдем. Мы еще вперед не ходили. Вот сюда. И сюда. Пойдем дальше. О! Идешь? Включаем фонарик. Ой-ой-ой-ой, все четко запилили. Кнопку нажму. Я не в ту сторону пошел, вот дурачок. Бывай, Димон. Я возвращаюсь. Быстро. Ух, испугал меня. Это все жмякай, Димон, подряд. Жмякай. А я могу сюда пройти? Я хочу выйти к вам. Туда, на сцену. Я не могу пройти. А, блин, не пускают. Так, а что можно тут поклацать? Да вот справа можно там пожмякать. Ничего не работает. А вообще в самой этот ФНАФ... А, не, включается кто свет. Кто тут живет в самом ФНАФе? Кто живет в самом ФНАФе? Аниматроники. И охранники. О, Дима, может сюда? А, нет. Я нажал на телефон. Короче, надо валить отсюда. Все. Мне кажется, ребята, мы смотрели эту всю пиццерию. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!